И завтра в КЦ «Сергеляхские огни» состоится второй республиканский конкурс молодых исполнителей «Голос Туймаады 2016». «Голос Туймаады» можно назвать якутским аналогом популярного телешоу «Голос» на Первом канале. Здесь работает та же система наставников. И сегодня у нас в гостях один из наставников. Это прекрасная Сахая вместе со своими подопечными. Но прежде чем начать разговор, я хотела бы попросить девушек немного спеть в нашей студии. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, your smile on me and it really is a pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true, I love you. Мин кынаппан, кимда көрбет, мин көтөрбет, бар жон билбет, үрдүк-үрдүк, мене халлан, мигенеңер аруруйдан, ай халлан. Касар сарда, айгадын алас бар кейді. Огромное спасибо, девушки, мы впечатлены. Сахаева, скажите, пожалуйста, вообще, как проходил кастинг и как вы выбирали себе девушек в команду? Ну, во-первых, я очень счастлива. Всем доброе утро. Счастлива, что я сейчас в проекте «Голос Туймаады» как наставница. Да? У меня 5 ребят, вот замечательные девочки. И у меня еще 2 парней. Мирослав Михалев из Момского улуса. Это Дима Богачев, он из города Якутска. И девочки Намский и Татинский улус. Настя Протопопова, Айлана Семенова Хатасы Сунтар. Сунтарский улус. И замечательная Русалида Донская из Вилюйского улуса. Кастинг проходил месяц назад. 120 участников было, и, конечно, я никогда не видела столько позитивных, талантливых, голосистых ребят. Так что мы отобрали 17 участников. А вот интересно, вот, ну, я так полагаю, что много, вот вы сказали, 120 участников, да, было, на кастинг пришло. В каком жанре вот молодые исполнители пели, исполняли песни? Жанры, конечно, разные. И классика, и джаз. Даже рэперы были в стиле R&B, рок-музыканты были. А вы тоже выбрали себе как-то... Как вы выбирали себе? А у меня все разножанры. Все разножанры. Да. Есть и рэп, да, и рок есть. Да, да, да. А как вот на что вы ссылали, Сахая? Вот на, может быть, на технику исполнения, на силу голоса? Или, может быть, ориентировались на мурашки в животе? Вот, ну, как это все? Все, конечно, да. Учитывается все. Но самое главное, это, наверное, вот перспектива молодого человека. Его потенциал, чтобы, да? Да, потенциал, чтобы он дальше рос. И, конечно же, проявил себя на 100%. Завтра уже состоится у нас шоу. Так что, все, наверное, еще есть продажи, приходите. Девушки, будет вы очень интересно. Как вы справляетесь со своим волнением? Есть какие-нибудь секреты, может быть? Надо, ну, может быть, там... Всегда мы волнуемся. Да, если... Со своими страхами как-то должны перебороть. Договориться со страхами. Ну, да. Если артист не волнуется перед выступлением, значит, это выступление для него не особо что-то значит. Хорошо сказано. Да, действительно, хорошо сказано. Скажите, пожалуйста, вот как вообще проходило... Вот, мы же сказали, да, что это аналог, якутский аналог первоканального проекта «Голос». Да? Тоже были слепые прослушивания или как вот вообще? Нет, не слепые, мы просто смотрели, выбирали для себя. То есть вы видели? Да, видели, конечно. А все делается для того, чтобы... продвигать дальше молодого исполнителя, даже вот на Первый канал, на «Голос». Потом следующий этап уже будет, да? Да-да-да. А сколько, помимо вас, победитель уже получает путевку. Туда? Да. Хорошо. А вот вопрос, сколько наставников еще?
четыре наставника. Угу. Это Ирина Файрушина, Николай Рубик, Петр Кулаковский и я. И у каждого по 5, по 6 человек, да? Ну, так получилось, что у меня 5, а у остальных по 4. Ага. Ну, получается, что победитель, который выявится завтра буквально уже, да, в КЦ «Сергеляские огни», получит путевку на первоканальный проект «Голос». Можно верно, даже да? так и сказать. Помимо других призов. Помимо других призов. Как это здорово, это очень волнительно. Девушки, завтра какую песню вы будете исполнять? Какую песню вы представите на свой зрителя? Я буду исполнять песню Джесси Джи «Мама Knows Best» и песню моего дяди «Мочи Мустер». То есть две песни, получается? С живой группой. Ага. Все там будет есть номинация тоже, «Живая группа». Все будет вживую, да? Без да, фонограммы. Да. А, нет, фонограммы есть, и помимо этого еще номинации есть. Угу. А вот на каком языке проще петь? На русском, на якутском? Или, может быть, вот кавер песни на английском языке, может, французском? Как вот для вас? Вот что ближе для вас? Для каждого человека по-разному, наверное. Мне, например, легче петь на английском языке. Вы любите, наверное, да, да, эти песни? Да, я люблю петь на этом языке, потому что он более такой плавный. Он именно создан как будто для музыки, да, для пения. Ага. А Русалида? По-итальянски и по-якутски. Ну, у вас такое пение как раз-таки какое-то оперное же, да? Да. Вы как раз, наверное, тоже из этой области, да, из этого жанра? Да. Угу. Что ж, огромное спасибо, девушки, за участие в нашей утренней программе, за позитив с утра в пятницу, за прекрасное настроение. Вы просто поразили и меня, и наших телезрителей своим прекрасным пением. Удачи вам завтра, ни пуха, ни пера.